Опять видео про самый длинный и короткий. В прошлый раз был вот такой вынос Пинарелло, но он был под тонкий 25-й руль. А в этот раз вынос Деда. Дорогущий, предорогущий очень вынос. Тоже на 150. Так они выглядят рядышком. И был у нас вынос Катана. Что-то он 1500 стоит на 35. Приехал вынос вот такой вот. Очень интересный, очень дорогой. Что-то 4 или 5 тысяч, по-моему, 1005 он стоит по закупке. Интересно, насколько он меньше. Давайте рядышком их поставим и сравним. В принципе, да, оба 35-х. Так что вот такие вот самые короткие и самые длинные выносы бывают в продаже в магазинах. Kissin' my mind, kissin'